Вот мы плавно потихоньку разбираем новый автомобиль в нашей конюшне. Вот это Hyundai. Это свежего такого разлива. Такой модный, красивый. Он чуть ли не около 5 метров в длину получается. Ну не в этом. Разбираем вот багажничек. Вот такие вот на нем легкосъемные клипсочки, ее выкручиваешь и вынимаешь. Вот слух, вот задумались нормальные клипсы поставить, потому что сейчас бывает. И почему-то вот ставят впереди хорошо ли, и сзади те, которые ломаются. Или наоборот, сзади съемы, впереди те, которые ломаются. Для чего, почему, ну не пойму я. Вот, ну не в этом дело. Вот еще здесь ручку нанять будет эту. Там будет, скорее всего, поддеваемые вот здесь. И там вот два штуки у нас будет под отверточку. Да? Два шурупчика. Их тоже надо снять. Собственно, вот так довольно легко и просто снимается эта попона. Ничего тут ломать, выщелкивать не надо. В целом, как бы, без проблем это все делается. Так что смело вперед. Ну вот еще раз посмотрим. Значит, здесь что получается. Вот есть дополнительная проводочка тут. Стикеря такие. Это, вероятно, сам хозяин доработать машинку и поставить вот такой волшебный глаз, который видит все сзади. Типа парктроник. Вот парктроника на бампере, как мы видим, нету. Поэтому хозяин решил взять и сделать, чтобы хорошо было видно ему, куда он едет задом. Вот, ну что здесь по багажнику, как бы классическая стандартная схема. Вот, особо окошек доступа нет, вот проблемные места вот эти будут, если под ним вмятины. А так, в общем-то, доступ есть, открытый. На переднем капоте немножко похуже. Там он передний двойной капот, а тут как бы, я думаю, что можно будет подлезть. Ну, посмотрим, сейчас подефектуем. Вот, если будет не получаться что-то, вот, просто-напросто я вынужден буду демонтировать багажник и править его на стенде. Ну, как бы, если не будет получаться по доступу. Потому что, сами вы понимаете, снимать, ставить тут особо недолго, тут 5-6 штыкерей выдернуть, ну пусть 15-20. А вот в таком виде лазить удобно. Это гораздо больше неудобств, так сказать. Ну и, скажем так, от этого и качество немножко страдает. Вот. Поэтому посмотрим. Вот, ежели что, снять никогда не рано и никогда не поздно. Все собрать. Сейчас вот подефектуем, посмотрим. Потихонечку тут там вот вылазят вот такие вот сюрпризы. И дабы не искать таких пакетиков, вообще копеечное дело, положили и все, и занимались. Вот сейчас будем дефектовать капот на предмет, потому что, как всегда, хозяева занижают количество и качество вмятин. Вот, сейчас поставим. Лампочка волшебная есть у нас, в которую видно все, что надо и что не надо. И посмотрим на багажник.